мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Через много лет сына надеешь мне.
начнем. Да, да. Да. Давайте еще начнем. Отсюда, туда. Отсюда, рады женщин всех, кто с нами рядом, но отдельно поздравляем наших бабушек и мам и с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам. Yeah.
солнце засмеется, разливая всюду яркий свет. Мамина улыбка оставляет сердце самый добрый, светлый в жизни свет. Самый добрый, светлый в жизни свет. Счастлив тот, кто с детства знает материнскую любовь, ласку и заботу. Кто вас дети крепко любит, кто вас нежно так голубит, не смыкая ночью глаз, кто заботится о вас? Мама! Колыбель, кто вам качал, кто вас песней забавлял? Мама! Сказки с вами кто читает, кто игрушки покупает? Мама! Ваши дети написали о вас сочинение, прекрасное сочинение. Сейчас мы зачитаем несколько отрывков. Мы сразу все читать не будем, постепенно. Итак, пожалуйста, ребятки, ну давай, Варя, выходи. Достаешь там. Послушаем сочинение. Мою маму зовут Маша, она работает медиком, самая красивая и добрая мама, вкусно готовит, моя мама лучше всех на свете, я ее люблю. Thank you.
А сейчас, дорогие мамочки, для вас звучит современный танец. И все танцуют у нас. Милые взрослые, прошу вас
рукав, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.